Вот хорошо, например, в играх, да? Проиграл, раз и заново начал. Или нарисовал что-нибудь карандашом не так и стер. А в жизни все остается. То есть ты обидел кого-нибудь, пусть даже и ты потом помирился с ним, но в твоей, так скажем, биографии навсегда останется этот случай. И ты уже не сможешь отредактировать свою собственную историю. Но что невозможно человеку, возможно Богу. И пусть люди будут помнить твое падение. Оно даже наоборот может тебе помогать возвращаться в состояние глубокого смирения. Но важно лишь, что о тебе думает Бог. Если ты искренне покаялся и Бог тебя простил, все остальное уже становится неважным. Ведь мы из Евангелия тоже помним, что Христос одним скажет «Придите ко мне», а другим скажет «Отойдите от меня» на страшном суде. И что-то одно из двух мы с вами точно услышим. И вот представьте, вы встретили Христа впервые вот так вот прям лицом к лицу, и Он вам говорит: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающий беззаконие». Услышать такое от самого Христа — это хуже всякой смерти.